Правительство Чувашии обсудило сегодня ряд вопросов, связанных с распределением средств и субсидий. На заседании Кабинета министров также заслушан отчет о работе Государственной жилищной инспекции. Министр финансов Светлана Енилина поставила коллег в известность об изменениях, внесенных в межбюджетные отношения. Речь идет о перераспределении налогов и средств, вырученных многофункциональными центрами. Часть их будет оставаться в местном бюджете. Минэкономразвитие доложило о порядке предоставления субсидий электротехническому кластеру на создание центра стандартизации и сертификации. Республика участвовала в конкурсе на создание вот указанного центра сертификации стандартизации испытаний. Конкурс прошел, и нам выделяют федеральные средства на его реализацию. В текущем году это порядка 90 миллионов и порядка 150-160 миллионов на следующем году. Проектом постановления предлагается разработанный в соответствии с законом Чувашской Республики о бюджете и в целях реализации программы, развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Я напомню, что центр сертификации – это комплекс, что это такое? Это комплекс лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, аналитическими приборами, средствами измерения, формирующих единую систему аттестации электротехнического оборудования Российской Федерации. Главный жилищный инспектор Чувашии читался о работе службы за последние 3 года. Доклад Олега Бирюкова в печатном виде занял 56 листов и изобиловал цифрами. Вот только некоторые из них. В результате контрольных мероприятий выявлено более 25 тысяч нарушений. По видам выявленных нарушений можно разделить на несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, нарушение правил пользования жилыми помещениями, несоблюдение нормативного уровня и режима предоставления населению коммунальных услуг, нарушение порядка начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, нарушение сроков установки индивидуальных приборов учета и нарушение порядка заключения договоров управления многоквартирными домами. С каждым годом растет количество обращений граждан в госжилинспекцию. За 9 месяцев этого года поступило уже более 4000. Это может свидетельствовать о том, что жители Чувашии считают инспекцию действенным институтом, способным призвать к ответу недобросовестных поставщиков жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время госжилинспекция готовится приступить к работе по лицензированию деятельности управляющих компаний. Разрабатывается нормативная база, сформирован предварительный состав лицензионной комиссии. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Thank you.